Всем привет, дамы и господа, с вами Ниломоб. Мы играем в игру под названием House Flipper, но тут вышло обновление. Привет, флипперы, в этой версии мы хотим представить The Long Waited Windows Update. Это что тут, что-то с окнами там, что-то еще. И Luxury Flipper. То есть у нас какие-то супер-пупер крутые дома ждут в этом обновлении, это DLC. Вот, я там слышал, еще будет еще одно обновление с домашними животными, но сейчас они выпустили вот это. Нам сегодня предстоит посмотреть, ознакомиться, что это такое. Продолжить игру, новое DLC, ух ты, владение. Apocalypse Flipper Garden прошел, HDTV прошел, вот. Это что такое, киберпанк новый? Но у меня есть? Luxury Flipper новый, киберпанк. Владение. Так, подождите-ка. Киберпанк? А я что-то не помню его. Играть. Оно у меня сразу уже находится в вашей библиотеке. Я не помню киберпанка. А как они его так добавили? Вот это вот Luxury DLC, да? Так, люксовые дома. А как это? Как это? А, выбрать. Enter. Допустим, это. А, нельзя. Как выбрать? Enter. Так, Enter. А, как? О, чик-чик-чик-чик. А, выбрать. Нет, ну просто меня скидает. Ладно, тогда Escape. Новая игра, продолжит настройки список. Тогда продолжить надо нажать. Новая игра. Нет. Наверное, через компьютер как-то. DLC. Как именно запустить, допустим, новые задания? Ну, ладно, нажимаем продолжить. Видно, что они тут накрутили, наменяли с этими обновлениями, как-то по-другому сделали, видимо. Сейчас я загружусь в игру, подойду к своему ноутбуку и посмотрю список своих задач. Так, взгляните на новинки, полученные с Luxury DLC. Ремонт мебели. Мы ремонтировать мебель можем. Новые дома. Творческие выборы. Внутренние бассейны. Офигеть, внутри можно бассейн делать. Окей, закрыть. Чикс. Так. Хорошо, это мой дом, старинный спуки до хаус, спуки. Это значит у меня ноутбук, использовать. Так, почта, лазарет, архив. И что, мне типа новое не появится, пока я это? Карта заказов, браузер, карта заказов. О, есть! HDTV я прошел, а Luxury Flipper вот новая карта. Типа совершенно новая карта, и что? Что за корабль? И все, корабль? А, подожди, как-то двигаться могу. Как с мышкой, как это... Ага, во, вверх могу. Как-то странно тут работает. Немножко как-то непривычно. Корабль. Дома. Что-то журчит. Может, надо как-то... Оно постепенно будет открываться. Тут полно всякого всячины. Эй, а что оно не двигается вниз теперь? Что-то как-то не тут намутили с этим делом. Стрелочку нажимаю. Ладно, нажмем назад. Еще раз. Корабль. Нажимаем на корабль. Итак... У нас есть «Я на лодке», знак восклицания. Джимми воспользовался отсутствием отца и устроил на семейной яхте огромную вечеринку. Он прекрасно провел время с друзьями, что видно по грандиозному бардаку, который они оставили после себя. Теперь светскому львенку нужен тот, кто сможет прибрать все до возвращения отца. К счастью, мировой тур, в котором находился мужчина, продлится еще неделю или около того. Принять заказ. Так, вот это такой мажорчик. Картинка даже такая добавленная, мажорчика. Если грязь слишком высоко и ее нельзя достать шваброй, можете купить в магазине стремянку или строительные леса. Хорошо. Идет у нас загрузочка. Это яхта, где мы будем убирать. Она с виду была более крупная, честно говоря. Тут какая-то она матененькая совсем. Так, загрузка. Если вдруг вы не видели прошлые серии по House Flipper, ссылочка на плейлист, в котором собраны прошлые эпизоды, в описании, чтобы вы знали. Так. Behold, смотри, моя яхта. Технически она моего отца, но будем честны, сейчас она почти моя. Вчера ночью я пригласил парочку друзей, вечеринка была атасная. Как видишь, я чутко популярен. Мы были в отрыве, по крайней мере, в те моменты, которые я помню. Погоди, у меня сообщение. Говорил же, я популяр. О нет, отец вернется раньше. Они добавили озвучку смешную. Все это? Он не должен ничего этого видеть.
Джимми, здесь должно быть убрано так, будто ничего не было. О, боже, не-не-не, музыка отца, они все должны быть на стене. Так, тебе нужно найти, все найти, они должны быть где-то здесь. Господи, отец будет так зол. Я не хочу проблем, я не знаю, как спасти свою шкуру. Прошу, я заплачу больше, если поможешь. Робинсон, Джимми Робинсон. Ты же поможешь, да? Да, да. И монобот, я на лодке. I am on a boat. А, I am on a boat. А я читаю, и моно какой-то. Я на лодке. Хорошо, я на лодке. Бюджет. Музычка. Жители Moonrise Bay не жалуются на недостаток денег, но и держат траты под контролем. Вот почему они ограничивают бюджет на ремонт своих домов. Помните, его нельзя превышать. Бюджет ограничивает домов. Бюджет. Окей, есть такое понятие в этой игре, как бюджет. $1000. Один, или сколько это? Ну, тысяча вроде как. Или, ну, это не миллион, тысяча. Прогресс. Прибыль. Вот, мы, в общем, приплыли вот на этой вот лодочке хорошей. Вот ступеньки на этой яхте. Вода вот кругом. Красивая набережная. Конечно, все роскошно. Я не знаю. Мы должны это все убирать, чтобы поднять. Мне нужно как-то вспомнить, как эту игру играть. Честно говоря, я уже призабыл. Ага, вот же, веничек. Оп. Я немножко призабыл, как это все убирать. И я сейчас себя чувствую, как будто бы я в игре... как она там называется? Power Wash Simulator. Так, включить свет. Чик. Выключить свет. Мусорка. Как тут мусорку... Ага, мусоркиные пакеты не нужно доставать. Тут вроде бы... Я уже путаюсь с другими играми. Так это... Во, это убирается все просто кликанием. Поднять стаканчик какой-то. Ой, ага, ладно. Это не мусор. Бутыла куча. Так, на карте виден мусор. Все, вспомнил. На карте видно сверху мусор справа. Бокальчики, какие-то тряпки. Я не знаю, что мы тут сегодня с вами успеем сделать. Насколько мы тут хорошо справимся. Но сделаем хотя бы за полчаса. Что уберем, то уберем. Следующую часть... Уже, может быть, до конца уберем, а может быть, я слишком верю в свои силы, и тут надо будет попотеть, чтобы все убрать на 100%. Очень-очень не слабо. Посмотрим, как оно будет все. Пока что просто собираем мусор. Какие-то пакеты. Пакетов просто куча. Как они сюда все доперли это? Так, это можно открыть? О, можно. Тинс, тинс, тинс. Ух ты, лежачки. Надо будет, наверное, как-то ровно... О, мы будем ремонтировать их, да? Лежак, блин, по-моему, он треснутый. Использовать. И как его... О, я себе на лежак улегся. Нормально придумал. Так, мне нужно вот это почистить, наверное. А, это грязь, это не трещина. Все хорошо. Так, зачищаем. Так, процесс, прибыль. Опять я табуляцию нажимаю по привычке своей старой из других игр. Так, это тут ничего не надо вытирать. Рука. Надо пособирать просто эти баночки, все кульки. Так... Открыть. Открыть. Так. А если мы вниз захотим, к примеру, спуститься? А мы по-любому захотим. Так, какие-то грязная посуда. Так, нам нужно, наверное, все же больше акцентировать свое внимание. Ой, тут грязно. Так, я все. Бокальчики. Мы должны будем как-то убрать эти бокалы, потому что как бы это палево немножечко. Бутылка. Как бы палево чуть-чуть, что здесь что-то происходило. Так, тут где-то еще грязь есть. Во, какие-то пятнышки. Где-то вот тут, что, на потолке, что ли? Не, на полу видно. А-а-а, вот оно что, Михалыч. Тикц. Так, тут надо повытирать. Прикольная яхта, слушайте. Мне нравится. Я бы на такое отдохнул с удовольствием. Только кто ж меня пригласит, а? Кто ж меня пригласит? Может, какой-то мой подписчик богатый имеет яхту? Кто меня там с подписчиком хочет на яхте покатать? А ну, признавайтесь. Пишите в комментариях. Неломо, приходи, у меня есть яхта. Я покатаю. Вернее, поплаваю тебя. Так, а что это за подъем наверх? Стульчик, давайте его как-то поставим, что ли, пока что сюда. Второй этаж. Оу, тут мусора тоже хватает. Прилично. Пум-пум-пум-пум. Воу, тут конечно, нагадили. Ой, ну тут зато вид покрасивший. Тут нагадили они, ого-го. Ого-го, ого-го.
выключить свет. Тинц, тинц. О, тихо, тихо, тихо. Так, бюджет, бюджет. Давайте все-таки попытаемся закончить уборку вот здесь. Как там присаживаться? На какую кнопку? На С? Я не вижу тут больше грязи. Вы видите грязь? Ну, где-то она тут есть. Я тоже не вижу, но она есть. Как это? Как прям в фильме, видишь суслика? И я не вижу. Она есть. Так, ну и где же ты, грязь? Я знаю, что ты где-то тут есть, но я тебя пока мест не вижу. Ладненько, попробуем вот так на ощупь пошуршать. О, где-то там грязь убралась. Так, стул. Надо его, наверное, задвинуть. Чик, чик. Так, задвинули. Блин, тоже еще стул валяется. Здесь наводим порядки, чтобы отец мажорчика не наругал. Так, а что с этими? Куда они должны? Так, я что, присевший? Да. Я присел. Что это за лотки вообще? Надо их вот сюда поубирать. Стаканчики. Ну, наверное, где-то есть место, куда они должны находиться. Правильно, эти стаканчики? Какая-то как-то открыть. Да нет. Открыть. А, о. Где-то здесь. Где-то тут стаканчики можно уложить. Холодильник. О. Холодильник? Не, в холодильник. Не, можно туда вино запихнуть. Там же еще не... Не это самое, бутылка недопитая. А ну-ка. А, не ставится, ребята. Тогда вот здесь прячу. Это мы. А почему не закрывается? Что случилось? Как это ремонтировать? Я могу его продать? Ну, мне не надо. Кажется, они сломали дверцу. А как там ремонтировать? Убрать мусор? Так, бокальчики. Но это типа не мусор. Вот тут их позапихивать. Палево, убираем палево. Убираем, убираем, убираем. Чик-чик-чик. Тут никто не пил. Тут никакой вечеринки не было. Тут все было культурно. А чё, а сыночек сам... Что, руки и жопу у этого мажорчика не может сам поубирать? Слишком мало места, чтобы поставить здесь предмет. Так. Мог бы и сам убраться. Так, что у нас? Убрать мусор 98. Продать предмет 2. Электроплита, холодильник, физ. Это ты, что ли? Тебя нужно продать. О, электроплита. Тебя, что ли? О, выполнилось. Очистить грязь. Грязь мы до конца не очистили. Ну, давайте поищем еще. Вот, я вижу на диванчиках. А что с этим столиком? Почему так криво стоит? Мне это не нравится. Надо его поправить. Берем. Так. Устроили тут, не понимаешь ли. Золотая молодежь, ты смотри, вечеринку они закатали. Ты смотри. Ты смотри. Так, а тут как-то кресла у вас криво стоят, я смотрю. Надо ровненько их, наверное, поставить. Потом, кто там будет сидеть, себе уже выберет позицию нужную. Но мы должны их как-то более-менее ровненько установить. Во, вот так. Пип-пип, я бы посигналил с удовольствием, но, видимо, нельзя. Так, тут надо вытирать все. Чикс, чикс, чик, 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 чик. А тут надо просто собрать какие-то бумажки. Так, где тут еще у вас мусор? Показывайте, 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 да-да-да. Вот тут вижу, опа, стаканчики. Какая-то тумбочка для телефона, что ли? Так, купить предмет. Мини-холодильник с стеклянными дверцами. Фриз. Купить холодильник. Мини-холодильник физ. Так, как там его покупать-то? Ага, вот. Это он? Купить, ну, наверное, черный. Мини-холодильник. И куда мы его должны установить? Слушайте, сюда, что ли? Сюда? Или прям здесь? Он какой-то слишком маленький выглядит. Ну ладно, поставим пока что. Пока что, временно. Мини-холодильник. Раз. Печь. А, печь, наверное, все-таки. Какой-то он меньше, что ли, чем тот. Так, смотрим. Вот это надо купить еще вот такую плиту. Купить, допустим, плиту. Так, подожди. Как там ее крутить ровненько? Оп, через Shift. Подходит она сюда? Да, думаю, пойдет. Могу другую купить, в принципе. Смотри, могу так нажать, убрать белые какие-то эти вот ручки-дрючки. Нет, тут вот, ну так, максимально белую ее возьмем, в общем. Серую, белую. Во, бумц. Все, одну хватит, хватит одну. Бюджет. Так, прогресс. Слушайте, а может мы и закончим сегодня этот... Тут вон, смотрите-ка, я уже бюджет, прогресс почти половину выполнил. Я неплохо справляюсь, я ожидал, что здесь... Я привык просто, я испугался и привык к тому, что в Power Wash симуляторе там надо очень долго и нудно работать. Здесь, видимо, все намного проще. Так, 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 так.
Уборочка, стол. Ну, стол тут неподобающе смотрится, по крайней мере, мне, для меня пока что. Так, это сюда, чик-чик. Чик-чирик, чик-чирик, вымываем, чик-чирик. Так, подушки, тут, видимо, ровно их не обязательно расставлять, хотя бы я бы на месте этого мажорчика расставил все таких ровненько, чтобы палева не было. Прогресс, бюджет, тут все чисто, в принципе, единственное, что подушки разбросаны, мне не нравится. Ну ладно, пока что этот момент упустим. Так, что-то нашел тут, грязючку. Что там еще? А, там что-то про гитары шла речь, про гитары. Наверное, нужно спускаться в нижний ярус, а ну-ка. Тут в двух сторон. О, нет, они сделали. Что они сделали с якорем моего отца? И что? Должно быть, мои друзья развлекались с ним во время вечеринки. И теперь он сломан. Ремонт. Буква И. Чикс. Будем якорь сейчас ремонтировать. Это новенькое. Ты можешь здесь прибраться, у тебя же есть с собой нужные инструменты, правда? Прибраться или починить его? Выберите сегмент мебели, чтобы работать с ним. Нажимаю. Первым шагом всегда идет очистка поверхности. Для каждого материала используется свой инструмент. Но это дерево, по-моему. Он какой-то почерневший. Со всех сторон почистить. А как двигать? Не найдет ни одной царапины. Можно как-то крутить. Как его крутить, слушай? Я бы с удовольствием почистил, как ты говоришь. Так, в режиме ремонта зажимайте про кнопку мыши, чтобы двигать камерой, нажмите Q, чтобы повернуть мебель. О, можно, во. Q, чтобы повернуть мебель. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вы поняли, что можно творить? Чик-чик-чик-чик. Ага, есть отшлифован на процентов, на 80%. Это какой-то реально Powerwash симулятор. Шлифовочка. Опа. Wait, погоди, что случилось с цветом? Ты можешь это исправить? Ну, но еще и покрасить придется, видимо. Сделай так, как бы он выглядел готовым. Типа в этом самом. После подготовки поверхности нужно выбрать отделку. Выбор варьируется в зависимости от материала, из которого изготовлен каждый предмет. Окей, ну, шок. Веретено, шок. Европейский, якомба, якира, пигмент, зебр. Глубокий океан. Что я должен выбрать здесь? Веретено, шок, ремонт мебели. Веретено, шток, шток. Шток, тут такого ничего нету, шток. Экиро, якоба. Ну, допустим, это. И что теперь? Мы типа его что, затираем на какую-то такую вот штукенцию? Ну, типа как бы да, но с этой ручкой что-то не то происходит, по-моему. А как там поворачивать его? Окрашена, площади окрашена, а ручка такая темная и останется. А, может быть, ее надо отдельно? Ее, может быть, надо отдельно, да? Надо, на нее класснуть надо отдельно. Так, прогресс, ручка, во. Сначала ее заполировать, повернуть с другой стороны. А теперь, а какой там я этот выбирал, да? Нет. А какой я выбирал? Клен. Использованный. Я не знаю. Ладно, пофиг. О, теперь тот цвет пошел. Что надо? А там раньше был какой-то не тот цвет, по-моему. А теперь уже тот. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик. Все? Фу, было близко. А теперь он выглядит как новенький. А мое зрение лучше, чем у отца. Спасибо. Так, получилось, теперь вы можете выйти из режима ремонта клавиши Enter и разместить мебель там, где она покажет себя во всей красе. Enter. Так, берем ее, да, как-то? Поднять мебель чикс. Тут, наверное, он должен висеть. О. А тут что-то не понял я. Пумц. А это что такое? Какой-то пензлик. Так. Чистим. А почему? Что это? Ну, по идее, что это за штукенция? Это лампа. Включить свет. Так. Включить. Выключить. Включить. Что это за комната? Давайте тут порядки наводить. Тынц, 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 тынц. Мусор в начале. Там лифчик был? Не, это был кулек. Нормально все. Застелить кровать. Жикс. Жикс. Как бы, если бы так дома застилалась кровать, одну кнопку нажал, и она застелилась.
лампа. Какой-то тумбочка какая-то. А что у вас криво картина висит? Вот так непонятно. Да это ровненько хотя бы. Вот так как-то, наверное. Так, чистка труба, чисто. Картины грязные. Это же они такие есть. Они не грязные, ребят. Так, открыть санузел. Санузел. Подбираем бумажки какие-то здесь вижу. Но он не грязный фактически вообще. Санузел, кстати, симпатичный. Симпатично смотрится яхта у нас тут. Идем в соседнюю дверь. Так, есть тоже всякие бумажки, смотрю, пакетики. Так. Кровать. Как ее застелить? Поднять. Может, ее не надо застилать? Будем уборочку делать. Так, а почему тут свет не горит? О, так поярче. Чьи-то штаны. Кто-то штаны забыл. Эй, пацан. Мажорчик. Кто-то у вас штаны потерял. Ты не знаешь, кто? Так, тут у нас... Вижу, тут тоже кто-то штаны потерял. Мажорчик, ты где там? Как ты будешь со мной расплачиваться? Я не знаю, слушай. Тут столько у тебя замечаний, я так смотрю, могло быть, если б не я. Думаю, ты будешь со мной расплачиваться долго. Так, а куда я вообще теперь должен пойти? В другую часть? Поначалу вроде яхта казалась... Тут две каюты, вон там, сям. Ох ты мой. Вот этот ты тут накидал. Труселя чьи-то леопардовые. Леопардовые трусы. Кубок. Чик. Бутылки. Гитара свалилась. Нам ее чинить не придется. Там надо тоже под наклоном ее сюда прицепить. Кто-то гитару сбросил. Папа убьет. Так, включить. Пластинка. Ой. Наверное, здесь должна быть. Чикс. А где вторая? Вторая пластинка. О, даже с логотипом пластинка. И, разработчиков пластинка. А почему она здесь... О, ну поставилась вроде. Пойдет? Немножко кривовато. Пиццу кто-то оставил. Вот это нагадили. Кто-то даже граффити понарисовал. Ну зачем же? Ну отдыхаете вы. Ну хорошо. Вас пригласили. Ну зачем же имущество портить? Вы шкодники несчастные. Зачем же имущество портить? Как мне стыдно. Но они, видимо, пьяные были в говно. Поэтому так и творили. Так, у нас прибыль, прогресс. В принципе, тут вроде все убрано. О, тут какой-то забыл. О, тут еще и тренажерка на яхте есть. С ума сойти. Тренажерный зал. Свет включить. Смотрите-ка, тренажерка реально. Прям в этом самом. Ой, это что-то... А, это зеркало, что ли? А, чтобы свои мускули свои... Ну, там дальше помещение. Это зеркало такое. Ну, ничего себе. Так, сколько у нас там процентов убрано? А где еще грязь? Карта М. А, это камера. Это не то. А где мне еще грязь найти? Эй. О, тут еще вниз спуски. А, так, подождите-ка, это я помню. Тут я все убрал. И где тут еще грязь? У меня прибыль, прогресс у меня не завершен. А что я? Планшет. Может, что-то докупить надо было? Магазин. Крестик. Мебель. Это задание. Тут все, очистить грязь, убрать мусор. Тут все чистенько, все классненько. А тут я что-то грязи совершенно не вижу больше. Может, я какое-то помещение пропустил большое. А где тут? Куда тут еще можно залезть? Залезть на свою голову. Для ванной спальня. Разбитое стекло, 0 из 3. Где разбитое? Вот это? Подожди. Где разбитое стекло? Разбитое стекло. Кто разбил стекло? Где разбил? О, вот это? А, разбитое стекло. Мы должны его почистить, что ли? Оно как будто бы типа грязное считается. Нет, оно реально разбитое. Продать предмет. Тьфу-то, я туплю. Продать его надо. Пум-пум-пум. Все сделано. Бюджет. Все задания выполнены. Бюджет. Стекла устранили, побитые. И все? И это конец миссии? Тут больше ничего делать не нужно, да? Прибыль, все задания выполнены. Ну, судя по всему, да. Мы все сделали, что могли. Не, тут, конечно, классная яхта. Видно, что дорого-богато. Moonrise Bay. Дорого-богато. И прибыль наша 2945 долларов мне за эту чистки яхты дадут. Так мало. Я ожидал большие суммы. Что нажать нужно? Прибыль. Мне, наверное, нужно отсюда уезжать как-то. А как мы сюда приехали? Мы приехали сюда на своей лодочке. Где моя лодочка? Ой,
Я тут могу спрыгнуть? О, могу. Тут где-то моя лодочка была. О, сейчас буду как Джеймс Бонд использовать. В дом, прийти дом на Луне, при том черепах вернуться в офис, остаться, планшет, изменить инструмент, Enter. Выполнено 100% заказа. Можете решить его сейчас за 2945 долларов и 22 цента. Хочешь завершить? Ну давай завершим. Так, неплохо, в принципе. Чикс показывает процесс уборки. Как мы тут все чистили. Ну, можно было чуть получше, там что-то там еще подспрятать. Как мы поправляли, какие-то зеркала можно было там поставить, наверное. Там бюджет еще позволял что-то еще там поставить. Да-да-да, бюджет позволял, но я что-то решил, что хватит. Хватит. Жух. Гитары красиво, кубки, две пластинки. Сохранение фотографий в портфолио. О, чик-чик-чик. Рис и макароны должны быть здесь в больших количествах. Нам интересно сейчас, что? В принципе, понятно, что в этом DLC мы будем с вами, что делать? Мы будем всякие люксовые... Можешь купить новый дом. Опа. Выполняйте все заказы, чтобы разблокировать новые дома для покупки и ремонта. Проверяйте ноутбук, чтобы увидеть дома, доступные для покупки. Окей. Допустим, нажимаем на ноутбук. Почта, у меня тут задание одно есть, да, которое я до сих пор еще к нему не вернусь. Карта заказов, не назад, браузер, наверное, проданные для покупки. Ну, сколько стоит этот дом? Я не вижу яхты нигде. Ага, новые дома для вот для ремонта. Тут еще вот новый сад после постройки дома. Все заколочено. Можно поиграть. Тут есть хватает домов, которые еще можно купить. Вот она, яхта. Ага, чердак хакера. Вот оно что. 99 тысяч. А сколько у меня? У меня 100. Ну, можно попытаться что-нибудь купить? Может быть, дом для автомобиля? Не, ну мы пока что DLC проходим, но я на будущее думаю себе. Так, это все понятно. Карта теперь мне интересует. Люксери. Один, галочка стоит. И куда теперь дальше? Стрелочка, вот куда меня тянет. И что-то такое. Новая глава, 0. Японцы или корейцы, не знаю, или китайцы, походу. Так, Moonrise Bay встречает Хироши и Юана с распростертыми объятиями. Это молодая пара компьютерных инженеров, которые получили работу в городе и теперь ищут собственное жилье. На помощь пришли их местные друзья, которые предложили продать им свою убыточную типографию. Теперь новоприбывшим нужно немного больше помощи, чтобы превратить это место в жилое помещение. Ну, это в будущем нас ждет задание. Я так посмотрел, мне было интересно, что там дальше. Но на сегодня все, мы с вами прощаемся. На этом серия подошла к концу. Потихоньку будем проходить, надеюсь на вашу поддержку. И потихоньку будем проходить этот люксюри-эки-хаус. Люксовые жилища. Все, всем пока-пока.